Здравствуйте, дорогие друзья! Это новый выпуск нашей телепередачи «Продвижение Да-да Я». Это история успеха самых потрясающих людей нашей страны. И сегодня в нашей студии, помимо моего самого любимого соведущего, Дмитрия Чуракова, третий выпуск уже, так? Татьяна Шов. Татьяна Шов – это та женщина, которая делает невозможное, которая вдохновляет людей, которая любит людей. Она наш президент нашего международного бизнес-клуба по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И мы рады ее приветствовать. Танюша, вам слово. Я очень рада быть сегодня, прийти на вашу передачу и немножко рассказать о том, чем я занимаюсь и что у нас будет впереди. И, конечно, я очень рада быть президентом клуба, потому что это новое направление, которое я буду развивать. А так как у меня огромный уже бэкграунд и опыт за плечами, то я думаю, это будет на высоком уровне. А мы даже в этом не сомневаемся. Дим, ваш вопрос. Я знаю, что у вас огромный действительно опыт, и много людей посещают не только в России, но и не только из России, и за рубежа. И мы уже знаем, по нашей инсайдерской информации, что буквально 10 ноября у вас будет международный форум. Расскажите, пожалуйста, какая основная ценность для наших зрителей будет на этом форуме для того, чтобы привлечь, мне кажется, много интересных бизнес-людей? Ну, наверное, самое основное – это то, что большая часть времени, особенно последние годы, люди все в поисках себя, в поисках своего предназначения, чем им заниматься, что им делать, что им дано, раскрытие каких-то талантов, решение каких-то задач, которые очень важны, но, например, они не могут найти какой-то выход из ситуации, не могут найти новую работу, не могут найти отношения. И ну, такие подобные вопросы, которые меняют, те вопросы, которые помогут изменить жизнь человека. И, собственно, форум – это и есть та площадка, на которой человек сможет найти ответы на свои вопросы. Это трансформационный форум, где человек сможет познакомиться с различными инструментами для самопознания. И, соответственно, эти инструменты помогут ему решить его жизненные задачи. Танюш, насколько я знаю, у вас еще есть своя премия, есть свое реалити-шоу. Да, у нас сейчас запускается реалити-шоу. Это как раз тот же вариант, только, скажем так, на ТВ-канале. Это вариант показать, как с помощью как раз вот различных таких инструментов для самопознания человек может изменить свою жизнь в короткий период времени. И мы это будем показывать, это будет видно, какие изменения у людей, и, соответственно, можно будет проследить динамику этого роста человека. Это может быть рост в финансах, в отношениях, в любой сфере, которая для него актуальна. То есть я правильно понимаю, человек приходит с какой-то такой называемой проблемой, вы ее обсуждаете и говорите, что через месяц ты выйдешь оттуда другим. И показываете, как это происходит. Ну, точка там А, точка Б, как это модно говорить, либо эта проблема решается. Ну, допустим, финансовая проблема, я достиг потолка. У нас будут на реалити эксперты, у которых точно так же большой бэкграунд за плечами. И суть этого, что работая с экспертами как раз вот по узким направлениям эксперты, работая с экспертами по их направлением по запросу человека, человек приходит к тому, что он выходит на другой уровень. Находятся блоки, да, то есть почему человек не пробил потолок, то есть почему он еще не ушел на тот доход. Возможно, это может быть какой-то даже страх, который не на поверхности. И работая с экспертами, человек сможет как раз проработать это и выйти на тот доход, на который он хочет. Потому что многие люди, которые говорят, я хочу больших денег, но как только подходят к этому, скажем так, пути, и они понимают, что сейчас будет большой масштабный выход, например, на большие финансы, у человека могут скрываться определенные программы, страхи и так далее, которые заложены в подсознании, человек может сам себя просто саботировать и не приходить к тому результату, который он хочет. И вот как раз те специалисты, которые будут, они помогут людям выйти на решение той задачи, с которой он пришел, для того, чтобы прийти к тому результату, которому он хочет. Я уже выявил две задачи, с которыми можно прийти. Да, а на форуме у нас будет огромное количество экспертов как раз по разным направлениям, и люди смогут познакомиться с разными направлениями как раз именно в системе самопознания и понять, что им подходит, что нет, и попробовать разные системы, которые сейчас существуют. Танюша, бывает такое, то, что человек как бы в бизнесе выгорает, да? То есть вы делаете то, чтобы он всегда светил, да, как у Маяковского, помните, светить всегда, светить везде, до дней последнего солнца, светите никаких гвоздей, вот лозунг «Мое солнце». Вот, наверное, вы помогаете людям светить?
Ну, сейчас одна из моих основных компетенций – это распаковка потенциала человека. Что это такое? У меня есть знания по нескольким системам, и я знаю, что у человека есть определенные задатки, определенные дары, у каждого они свои, но человек не всегда понимает, что ему дано, и, соответственно, он это не раскрывает. И задача этой распаковки – показать ключи, да, то есть, что у тебя есть вот это, если ты будешь следовать вот будешь следовать определенному пути, будешь делать определенные действия, то у тебя результат будет, ракета, да? То есть человек очень быстро начинает подниматься во всех сферах, потому что он приходит к тому, что ему дано изначально, чем он должен заниматься. Потому что многие люди, например, большая часть, как показывает практика, даже не осознают ту силу, которая в них заложена. И, соответственно, ходят на ту работу, которая им не нравится, и проживают ту жизнь, которая далека от их, идеального, может быть, какого-то мира ощущения, которое у них должно, к той жизни, которая у них на самом деле может быть. Дорогие друзья, мне хочется еще раз сказать то, что бизнес-сообщество, организаторы мероприятий, которые делают на самом деле успех, бизнес-успех или успех бизнеса, доверяйте им все-таки, приходите к нам на мероприятие 10 числа ноября, мы вас ждем очень сильно, потому что у Татьяны на самом деле всегда феерические мероприятия, а вы знаете, я вам открою еще секрет, то, что у Тани 26-го еще и премия. Октября. Тоже 10-го еще у нас будет премия в рамках форума. Да. Еще две премии получаются. Да, у нас в рамках форума будет премия топ-100 экспертов в сфере саморазвития, личностного роста, личного бренда. Эту премию могут получить все эксперты, да, то есть, но там есть определенные условия, соответственно, которые для того, чтобы эту премию получить, нужно соответствовать определенным условиям. Вот. Об этом мы расскажем тем, кто придет на премию. Да. Танюш, как вас найти в соцсетях? В соцсетях меня найти просто, по фамилии забивайте, и, собственно, вы не прогадаете, потому что сразу выходят практически все соцсети, и можно написать в любой мессенджер. А фамилию мы расскажем тоже 10 ноября. И мы знаем то, что будет самый яркий ведущий, наверное, да? Самый интересный. Вчера договорились, представляете, воля судьбы. Это, как говорится, о том, что как только ты нашел проводника по предназначению, коим Татьяна вчера выступила, мы сразу нашли друг друга, поэтому... Учесть, да, что я очень щепетильно отношусь, к подбору людей, с которыми я взаимодействую. Поэтому если я до сих пор еще не находила ведущего, значит, были какие-то моменты, которые, например, что-то не откликалось. Вот именно... Вчера мы нашли, собственно, общий язык, да, то есть какую-то точку соприкосновения и какой-то внутренний отклик, который, я понимаю, что этот человек сделает мое мероприятие ярким, красивым и дополнит его именно как ведущий. Нашли точку безубыточности. Друзья, это очень приятно. Мы с вами на связи. Прекрасная Татьяна Шов. Вы можете всегда ей написать, можете написать продвижение. Да-да, я всегда с Танюшкой вас соединю. Понимаете, надо верить в чудеса, надо верить в свои возможности, и все сбудется. Спасибо, Танюш, что вы были сегодня с нами. Да, спасибо. Я тоже очень благодарю то, что вы меня позвали, Настя. Я рада, что мы с тобой начали взаимодействовать, потому что я считаю, что это взаимодействие – это прям такая хорошая платформа именно на определенных человеческих качествах, потому что для меня внутренний отклик и человеческие качества – это дорогого стоит. Поэтому спасибо. Очень рада. Да, и действительно, верить в себя – это самое важное, чтобы вам кто бы ни говорил, как бы… Вы не чувствовали сейчас, на каком уровне. Если вы видите цель, если вы знаете, чего вы хотите, вы обязательно туда придете. Главное только верить в себя. Не надо никого слушать, нужно слушать только себя. Потому что ваш внутренний голос знает ответы на все вопросы внутри себя. То есть вы знаете их тут. Мне это очень близко, на самом деле. Да, с нами все время Дмитрий Чураков, который нас поддерживает, хрупких женщин. Да, но на самом деле и женщина нужна мужчине, поэтому отчасти она может сделать X10 именно от того, что она рядом и правильно направляет его. Поэтому, если кто-то еще не нашел свою вторую половинку, то 10 ноября надо приходить, и там обязательно расскажут, я уверен, почему-то 100% об этом. У нас на форуме приезжают люди с разных городов и не только из стран. У нас много людей приедет, экспертов и участников приедет с Беларуси. У нас приедут с Германии, поэтому у нас международный форум, действительно, и участники и эксперты приезжают с разных городов России, что тоже очень важная цена, потому что это
Обмен опытом. Да, то есть это дорогого стоит, когда люди с таким бэкграундом, с хорошими результатами, именно как эксперты-профессионалы собираются в одном месте, и те люди, которые приходят, они действительно получат результат. Но еще эта площадка, это все-таки единомышленники, где можно найти друзей, знакомых, просто даже вот общение. О чем мы говорили на предыдущих? Да. Ну, как бизнесмен с 13-летним все-таки опытом жизни, если я иду к Тане, то, наверное, мероприятие самое шикарное. Поэтому, друзья, я вас приглашаю. Это на самом деле человек, которого мы любим, уважаем, и мероприятие будет очень уровневое. Мы ждем вас. Будьте в классном сообществе и будьте лучшими.